Сейчас будет первый танец молодых. Да, мы... Но это все не просто так, Анжела, не уходите, потому что мы должны поддержать человека, который будет петь первую песню сегодняшнего вечера и которую надо встретить бурными аплодисментами, потому что это Женина родная сестра Дана, она специально... Дана! Давайте ее встретим, она очень волнуется. Красавица и умница. Давайте родителей встретим и освободим танцпол для того, чтобы молодые потанцевали. Друзья, присаживайтесь, Дана, пожалуйста. Дана Офер, аплодируйте, люди. Дана Офер. И первый танец молодых. Друзья, у вас будет еще много танцев. Помогайте сойти со сцены девушке. Ваши бурные продолжительные аплодисменты. Ребята, дай бог, в вашей жизни будет еще много танцев, но этот вы запомните надолго.